Так, Идоша сегодня со мной на покупках, и мы сегодня, у него есть список, который он сам написал под мою диктовку, и он сам покупает продукты сегодня, он их выбирает. And how many dollars do I have? Нет, ты берешь то, что мама тебе подсказывает, it's okay. Can I buy a treat? В конце мы будем это обсуждать. Yay! Окей? Okay? Like a lunch. Идо, не в воздухе, поставь это в коляску и завязывай в коляске. How do you tie it? Просто как ты завязываешь шнурочки. Молодец, все, и цена, пошли дальше. Возьми, только еще несколько пакетов надо будет набрать. Так, сколько надо бананчиков? 50. Да, выбирай, чтобы они были такие, желательно. 4, 5, 6. Так. 6, давай еще. Так, молодец. Так, вот сегодня еще какие-то скидки. European favorites. Печеньки какие-то, вот семечки. Потеха за $1.99. Квас. Что, Идо? Хани, гречка, огурчики, помидорчики. Что тут еще у нас есть? И что, только один листочек. Окей. Так, пошли яблоки смотреть. Яблоки. Так. Оранжес я возьму. $3.97. Я беру это. Подожди, Идоша, надо смотреть, какие яблоки мы хотим. Есть разные яблоки. Макинтош мы не берем, потому что они самые невкусные. Есть Спарта. Они стоят $4.97. Они все по $4.97 стоят. И даже Гала Органик стоит сегодня $4.97. Прикольно. Так, значит, мы вас так, Спарта, Макинтош. Вот это Спарта, что ли? Они мне хотят сказать. Да, это Гренни Смит очень хороший. Давай мы возьмем этот Грэмми. Гренни Смит. Пачку. Yeah, и это. Это Макинтош, это Макинтош. И вот эти возьмем какие-то. И мама возьмет еще одну. Короче, два мешочка яблок. Два мешочка яблок. Так, давай список мама возьмет сюда. Что, давай посмотрим, что у нас по списку дальше. We got apples, yes. Так. Bag of apples, one cabbage, one really, really little cabbage. Так, идем смотреть, где есть кетч. Так, Идоша пошел за капустой. Видишь, ее не очень много есть, но она есть. Самая такая хорошенькая, если есть. Не обязательно, чтобы она была маленькая, но она должна быть хорошенькая. Вот это? Ну, хорошенькая, да. Давай мы ее в мешочек положим, да? Yeah, it's really cold. Да. Cabbage green 97 центов за паунд. 97. Раскрой мешочек. It's okay, ты можешь поставить ее в коляску. Покласть. Навыки открывания пакета. Вот здесь начинай вот так открывать. Молодец. Теперь капусточку. Ой, какая она холодная. Ужас, ее, наверное, с морозилки с какой-то достали. Так, раскрой мне шире, чтобы было. Так, держи с двух сторон. Идоша, ты видишь, что капуста широкая, ее надо широко раскрыть пакет. Знаешь, что такое широко раскрыть пакет, значит?
Все, и складываем в коляску, в нашу, в колясочку. Не надо завязывать, это просто можешь поставить. Да, желание не бросать, потому что могут быть вещи, которые оно помнет. Бери свой список, дальше. Это, подожди, еще рано, нам надо еще, картошку мы взяли, нам надо еще морковку и лук. И помидоры с огурцами вот здесь. Now tomatoes, возьми пакетик. Я здесь. Чтобы они были такие тверденькие, красненькие, чтобы не были помятые или очень сильно мягкие. Ты можешь положить пакет сюда наверх, и тебе будет легче, так что оно будет лежать. It's okay, small, it's okay, да. Small, it's okay. Дёрти можно помыть. It's okay, да. Чтобы он был твёрд, чтобы он не был мягкий, знаешь, или лопнувший. Да, хорошеньких, три хорошеньких. Да, 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 все три бери. Я тоже беру так на веточке. Уже шесть, да, есть? It's okay. Смотри, чтобы только он был тверденький. Это хороший помидор, ты считаешь, вот здесь? Надо внимательно смотреть. И да, но есть еще другие коробки, ты в одной коробке смотришь. Угу. Так. Нет, это... А, да-да-да-да. Все? 8, 9, 10. Молодец, все, пошли в коляску. Молодец, да. Слава Богу, во втором классе до 10 ты можешь посчитать. Это очень хорошо. Очень хороший навык. Только, Эдоша, ты уже знаешь намного больше сделать. Всегда ставь сюда и завязывай уже, когда ты на месте. Потому что тебе легче так будет, правда? Да, Эдоша? Молодец, умничка, мой помощник. Значит, нам нужно onion и pack of carrots, я думаю, да, нам надо? Так. It's okay, давай. Carrots. Помощник мой маленький. Все маме приносит. Что у нас здесь, какая-то картошка лежит? Два часа выбирал. Ты молодец. А ты посмотрел, почем она была? Просто интересна цена. Посмотрел, почем она была? Посмотри, почем она была. Нет, этот бред мы не берем. Мы берем тот бред, который мы всегда берем. Пожалуйста. Помнишь, у тебя в списке есть один бред? Ты помнишь? Вот он здесь, сынок. Вот этот. Вот. Да, этот же мы берем. Так смотришь, как будто первый раз его видишь. Да, один хлебушек. Он весь одинаковый. Он весь одинаковый. Бери первый, который ты взял, Эдо. Это один, он весь одинаково весит, одинаково выглядит. Молодец, умничка. Так, что у нас еще по списку? Посмотри. Так, йогурт и потом молочное у нас пошло. Здесь мы взяли, картошку мы взяли по скидке. Ну что, пошли на... Что? Йогурт, sour cream? And butter. That's what we're using. Это им баттер, да? Это все, что в твоем списке есть. И потом обсудим, что тебе положено за то, что ты мой помощник сегодня. Хорошо? Мы проверили, что помидоры есть по скидке сегодня по 88 центов. И Доша тебе вытащит за 99. И мы наберем эти за 88 центов. Эти помидоры верни на место. Неважно, эти помидоры верни туда, где ты их взял, прямо с пакетом. Так что ты, Доша, решил? Эти возьмешь? Yep, I just pop-tarts. Pop-tarts. Хорошо, значит, то верни, это положишь.
Сейчас я папе еще возьму что-то жевать после работы. Какие-то. Ну, посмотри, если это peanuts free, ты можешь. Почитай. Тоже коробочки разные. В школу 4,50. Три коробочки внутри разного размера. Так, чоколад чипс. Бреше. Так, диппер чипс. Хорошо, возьмешь эти. Так, папе я решила взять вот эти. Вот эти с орешками и с прослоечкой. Это прикольные. 5 штук. А, и они даже $1.97. Ну, неважно. Тут дело не в цене, а во вкусноте. А вот эти почем? Меланже, дурандом. Дурандом. А тут фрукты. Тоже неплохая Вантар. Это неплохая фирма. Чуви-чуви. Dark Chocolate, Fruit and Nut. А это возьмем это. В этот раз возьмем это, в следующий раз возьмем другое. Короче, когда попадаю в этот отдел, мне всегда очень тяжело выбрать, потому что здесь много снаков. Я стараюсь брать и кости, и еду что-то на неделю, чтобы было. Ну, нормально. Ладно, пошли. Так, специально для моих зрителей, вот даже есть кофеюшка Пэтчево. Какие-то печеньки. Вот такие печеньки маленькие. 99 центов скидка. Так, значит, взяла еще сегодня вот эти были по скидке. Чикина. Я их не очень беру, но чтобы вот они лежали иногда. Вдруг в школу, вдруг на ужин, на перекуску. Две упаковки таких вот рожочков, макарошков. Упаковочку вот этих вот фасольки. Хумус по 97 центов за упаковку. Здесь 796 этих миллилитров, миллиграмм. Миллилитров, наверное. А что еще я там взяла? Сегодня были по скидке. Вот взяла Филадельфию. Мазать иду в школу. Я ему делаю с тортиот. К ним будет вот это вот просто цена. 2 за 1 цену. Туда же я натру сыр тоже по скидке внутрь. И колбаска вот такая. $4.250. Вот это я все складываю в одну тортию, закручиваю, разрезаю напополам, даю ему в школу. Купила 2 упаковки сегодня по скидке. Вот эти вот сосиски очень вкусные. Я в Коско беру по $6 за эту упаковку. Вот 2 сметаны, йогурты. А масло. И вот иду себе эти пап-тартс взял. Все, сейчас нам еще надо взять оливки. И, наверное, пока что все. Будем идти домой. Так, еще я взяла яйца. И мы взяли 3 упаковки воды. Была сейчас скидка на $2.80. То есть эти 3 упаковки воды $2.80 вместе. 88 центов получается за упаковку. А, и Габи Бамба. Так, ну как раз за нами закрыли кассу. Вот все, что мы набрали. А вот на сколько мы набрали. И до... а ты сегодня можешь спокойно стоять? Или ты сегодня excited? Too much exciting. Так, вот это вот наши покупки сегодня. И мы заплатили $104. In total. Это при том, что я вытащила пачку с Chicken Nuggets, я решила не брать, я ее вытащила. Вот так вот. Это $104 здесь лежит. Ну что ж, ребята, это были покупки на сегодня. Вот мы упаковались в машину. Так выглядят $104. Покупки на неделю для семьи из 4 человек. 2 взрослых, 2 детей. Это были покупки за июнь. 2016 год. Если вам понравилось, ставьте лайки. Бай-бай. А нам еще на заправку. Так, вот мы уже пришли домой. И я хочу вам показать. Вот я сделала ролл. Там колбаска. Филадельфия. И сырочек я натерла на терочке. Вот таких 2 рольчика из одного получилось. Я их вот так надрезаю. Вот так можно ложить. Так и в коробочку даю в школу. Но я делаю 2 таких в школу на обед. Можно еще туда листик салата положить, огурчик нарезать. Или авокадо. Ну, мы купили авокадо, но оно еще не созрело. Вот просто такая еще идея для ланчбокса вашим деткам на обед. Бай-бай!